вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. 22 июня, в День памяти и скорби, в Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония награждения победителя Всероссийского исторического диктанта. Эта просветительская, патриотическая акция, посвященная Великой Отечественной войне, прошла 7 мая во всех регионах России. В этой акции приняли участие около 150 тысяч человек, и отрадно, что 5 500 среди них очень точно ответили на вопросы диктанта. И я уверен в том, что результаты их участия в диктанте победы мотивируют их обратиться и к хорошей, добротной исторической литературе, к архивным документам, к семейной истории. Конкурсные жюри, используя дополнительные критерии, определило 10 победителей, 8 из них сегодня здесь, и я с большим удовольствием вручу им награды. Участники диктанта победы должны были ответить на 20 вопросов. Среди них были, например, такие. Как назывался план нападения нацистской Германии на СССР? В чем заключалось значение битвы за Москву? И кто автор песни «Священная война»? Если честно, по-моему, все легкие были. Я быстро ответил, не затрудился. Надо знать историю своей страны. У меня прабабушка, прадедушка воевали. Я должен знать все про нее. Ну, мне понравилось, что вопросы не только вот узкоисторического характера, что и касающиеся литературы периода Великой Отечественной войны, там, музыкального творчества, ну, разнообразные, разноплановые просто вопросы. Вот с детьми потом обсуждали, тоже как бы вот, и это их привлекло. У меня особый интерес к истории, потому что это мое направление, это один из лучших моих предметов, которых я изучал в школе, и я сдал единый государственный экзамен по этому предмету. Поэтому для меня диктант победы стал некой проверкой своих знаний. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны могли не только жители России, но также наши соотечественники. Спасибо. В 23 зарубежных странах. Сбережение истории – это важнейшая составляющая нашей с вами работы. Мы обязаны противостоять тем, кто пытается переписать эту историю. И сегодня я хотел бы сказать большое спасибо всем тем 150 тысячам людей, от мала до велика, кто принял решение и принял участие в этой патриотической и просветительской акции. Помимо дипломов и ценных подарков, победители диктанта получат приглашение на военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он состоится на Красной площади в следующем году. Кроме того, для всех была организована экскурсия по Музею Победы, во время которой можно было не только увидеть подлинные предметы, но также и пообщаться со свидетелями и участниками Великой Отечественной войны. Фронт и тыл был единый, дружба между народами, все национальности жили в мире и дружбе, помогали друг другу. Вот особенности отношений между... Вот это обеспечило победу. Церковь внесла свой вклад. Церковь, русско-православная церковь, она была почти запрещена. Но она выступила первой, еще до выступления правительства, призвала. И война названа была «Священная война». Ну а после церемонии награждения Сергей Нарышкин вместе с ветеранами и победителями Всероссийского исторического диктанта принял участие в акции «Свеча памяти». Она стартовала накануне, 21 июня. Во время панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове была торжественно зажжена общенародная свеча памяти по погибшим в Великой Отечественной войне. А в ночь на 22 июня у стен Музея Победы в память о каждом дне войны были зажжены 1418 свечей. Служба информации Российского исторического общества.